Первый летний месяц в молодежном центре традиционно посвящен папам. Уже несколько лет подряд в июне Департамент по делам молодежи и спорта проводит творческий фотоконкурс «Радость отцовства». Организаторы предлагают саровчанам показать трогательные моменты общения папы и ребенка в нескольких номинациях. «Мой папа самый лучший», «Все мы делаем вдвоем», «Папа может». В этом году мы ввели новую «Мой папа герой» для того, чтобы, наверное, отразить в профессии не только вот папу уже у нас в семье герои, но и в своих профессиях. Любой конкурс предъявляет определенные требования к творческой работе – качество, размер фото. Но гораздо важнее то, что запечатлено на снимке. На конкурс не принимаются постановочные снимки, сделанные профессиональным фотографами. На наш взгляд, достаточно неживые фотографии. Все-таки сделанные профессионалами фотографии – это одно. А когда вот домашние фотографии из домашних фотоархивов – это более теплые, что ли, работы получаются, более интересные и более живые. Поймать удачные моменты и сделать атмосферные кадры общения папы с детьми можно в любое время. Прогулка – это одна из отличных возможностей для семейной фотосессии. Победитель прошлого года в номинации «Первая встреча» Сергей Опенов считает, что такие конкурсы обращают внимание на функцию отца как главного воспитателя и друга своих детей. Прекрасная возможность напомнить, что мужчина в семье – это не просто добытчик. Отцовство – это прежде всего почетная обязанность воспитывать личным примером. И приятная привилегия общаться со своими детьми и быть для них предметом гордости. Гораздо сложнее потом выбрать из множества сделанных снимков фотографию для конкурса. Но у Сергея есть секрет. Он предлагает прислушаться к мнению главных экспертов – своих детей. Сесть вместе, посмотреть фотографии, вспомнить приятные моменты, выбрать что-нибудь самое светлое, самое теплое и самое трогательное. Тогда даже если жюри не назначит вас победителем, все равно останетесь в выигрыше, потому что прекрасно проведете время со своими детьми. Работы принимаются до 30 июня, а с 1 июля будет запущено интернет-голосование на приз зрительских симпатий в группе молодежного центра в социальной сети ВКонтакте. Награждение победителей приурочено к празднику любви, семьи и верности и пройдет 8 июля. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24.